Добрый вечер, дамы и господа. Северокавказская государственная филармония имени Василия Ильича Сафонова совместно с Санкт-Петербургским домом музыки представляют программу «Музыка звезд» в рамках всероссийской акции «Открытый занавес». На сцене академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Эдвард Элгар. Серенада для струнного оркестра «Ми минор», опус 20. Дирижер Димитрис Батинис.
Эдвард Элгар. Концерт для виолончели с оркестром ми минор, опус 85 в четырех частях. Напоминаем вам о том, что аплодисменты между частями не предусмотрены. Солист, лауреат международных конкурсов Федор Амосов. Дирижер Димитрис Батинис.
Thank you.